Оп! Вот я, я. О! Итак, всем привет, меня зовут Денис, и я обычный рядовой пользователь. Никакой я там не блогер, не разгоняла все различных процессоров или видеокарт и всего остального. Есть некоторые нюансы, и в конце видео будет вопрос именно по формарку. Но забегая вперед, все получается прекрасно. На просторах интернета мне попалось видео с андервольтингом видеокарты. И в связи с подорожанием электричества на нашей любимой родине пришлось реально подуменьшить ее употребление. В первую очередь, у меня NVIDIA RTX 3060. Я хотел бы, конечно, сказать, что я супер, но увы, таких нет. Потребление у нее идет где-то в районе 170 Вт. А по поводу частоты, я даже не знаю, она везде по-разному. В фурмарке она одна, на сайте она другая, в MSI Автоберна она третья. Ну, короче, какой-то трэш просто. Но я не унываю и поэтому начинаю чудить. Первым делом найдите у себя самую высокопотребляемую игру. Ну, к примеру, Киберпанк — это надежный вариант, вот прям 100-500. Жрет она ДБЖ, даже некоторые чайники позавидуют, честное слово. Максимальное время, ну сколько, минут где-то 20, наверное, поиграете, разгоните полностью видеокарту так, чтобы она прогрелась, как положено. И после этих манипуляций уже начинаете работать именно с MSI Автоберном. Нам понадобится MSI Автобернер, запущенная игра Киберпанк в оконном режиме, ну, без рамки, так чтобы она не мешала. На данный момент частота 1882 МГц. Наводимся на антенку связи, видим редактор кривой частот, тыкаем на него. Один разок. Перед вами открывается вот такая вот таблица. Что с ней делать? Спросите вы. Еще понадобится программа HV Monitor. В этой программе вы увидите частоты, максимальное потребление, температура. Ну и многое другое. На данный момент потребление идет 1,081. При этом температура существенная, 70 градусов. Где-то в этом районе находится напряжение 1,081. Ну, методом тыкай, пробой и ошибок попадаем. Ладно, попали. Видим максимальную частоту 1905 МГц. Выбираем 1 вольт, зажимаем Shift и тянем вниз. Тянем вниз до тех пор, пока справа точки не будут чуть-чуть ниже линии. Такой зеленая, тусклая она. У меня находится на отметке 1900 МГц. У всех она может быть по-разному, смотрите, как у кого. Потом эту точку просто клавишей стрелочкой вверх нажимаете и держите до тех частот, которые у вас были обозначены в HV мониторе. Это у меня 1905. Берем, подтверждаем свои значения на автоберне, нажимаем такую галочку. И после этого нам необходимо очистить данные в HV мониторе. Закроем все лишнее, чтобы сильно оно не мешало, не маячило под глазами. Итак, что у нас здесь? Ну, у нас тут колоссальные просто значения, сумасшедшие. Частота у нас, а что у нас частота? Чуть понизилась. Ну ничего, не беда, мы же уже знаем, как повысили, галочку поставили. Все, пожалуйста, частоты отличные. Делаем клин, очистили. Все сбросилось, значения сбросились. И нам нужно, самое главное, это протестировать. Немножко покататься, побегать, попрыгать и все остальное. Все оставляем как есть на этом значении. Можно, в принципе, начинать тестировать. Видео сейчас немножко ускорится для того, чтобы увидеть частоту, температуры. И при этом не будет прерываться, так чтобы не было там подделал там или что-то еще, монтаж и все остальное. Stop, 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 stop
Как можно было заметить, температура упала на 4-5 градусов. Потребление карты упало на 25 ватт. Игра работала плавно, не вылетала. Драйвера не выпадали. Все прекрасно. А теперь вопрос. Когда я открываю формарку, то частота у меня 1570-60, так вот. Нету 1920, да? Делаю все то же самое, и в итоге у меня частота еще и падает. У меня 1400, и потребление тоже не, как бы не уменьшается. Вот мне интересно, почему именно в формарке такие значения? Почему в игре совсем другие значения? Может, я чего-то не знаю, может, я где-то что-то не дочитал. Но в интернете искал, я не нашел ответа на этот вопрос. Если кто знает, пожалуйста, ответьте. Черканите там что-нибудь в комментариях, хоть я понял, вы где-то ссылку, может хоть что-то прочитать, хоть понять, почему в формарке одно значение идет чистоты, а в играх совсем другое. Типа как бустится, я так понимаю. Ну а так-то метод рабочий. В играх работает, все хорошо, не вылетает, жрет меньше. Все прекрасно. Меня лично полностью удовлетворяет. Все, всем спасибо за просмотр, кто остался. Всем спасибо, кто ответит на вопрос. А самое главное, берегите себя и своих близких. И здоровья тоже. Все, всем пока.